Ребят, всем привет! Сегодня тема для ролика достаточно грустная. Даже вот картон грустный и Агуша тоже. В общем, вы по превью, наверное, и по названию ролика поняли, что там происходит с Ютубом. В общем, если вкратце, Ютуб хотят опять заблокировать. То его заблокируют, то не заблокируют, то опять заблокируют, то ограничат доступ, то не ограничат доступ. В общем, как всегда, в 500-тысячный раз нам обещают его блокировки, но опять что-нибудь пойдет не так и ничего не будет. Я, конечно, надеюсь на второй вариант, то, что ничего такого не будет, потому что, это крайне глупая затея, как по мне. Так как у нас нет достойных аналогов Ютубу. Ютуб-то сам делали с 2005 года. То есть 19 лет. В следующем году Ютубу 20 лет. И за такой короткий промежуток, а я напоминаю, в России Ютуб хотят заблокировать осенью. Вот за такой вот короткий промежуток создать что-то, хотя бы подобие какое-то на 1/16 часть, похожее на YouTube, но это невозможно физически. Сомневаюсь в том, что у нас есть достойные аналоги YouTube. Конечно, таких нет. Единственное, что я могу выделить, это Яндекс.Дзен. Он хотя бы как-то оптимизировал уже себя. Там все нормально, вроде бы даже монетизация есть. Мне на монетизацию, извините, ребят, конечно, за выражение, никогда, 5 лет мой канал существует, никогда таких выражений не говорил, но мне на монетизацию глубоко посрать. Извиняюсь еще раз, просто у меня большие эмоции. В чем дело, значит? Смотрите. В общем, 3 дня, или, нет, уже не 3 дня, уже неделя где-то назад, или 2 даже, или 1,5, я, честно, не знаю, забыл. Вот, в общем, сказали то, что там, типа, то, что Google ушел из России, там замедляют, сервера нуждаются в техобслуживании, и там у них проблемы и т.д. и т.п. В общем, YouTube стал резко замедляться. Я смотрю такое видео, все говорят про то, что YouTube замедляется, а я, как обычно, на своем телеке всегда смотрю в 4К YouTube. И у меня абсолютно никаких проблем. Он даже 8К воспроизводит абсолютно без проблем. Извиняюсь. Смотрите. Так про что я? В общем, сказали, якобы сервера там Google нуждаются в техобслуживании и т.д. и т.п. Мне что-то слабо в это верится, конечно, но вероятность того, что это может быть, я абсолютно не исключаю. Это может быть в любом случае, даже в каких-нибудь мизерных процентах, но это может быть. За все эти почти 3 года вот это вот всего, то, что там вот санкции и все остальное, короче, мой канал не про политику, я политику шлю лесом на своем канале, в принципе, мне на нее как-то по барабану абсолютно. Вот, я про что? В общем, то YouTube либо замедляют, либо там реально сервера. В общем, разные блогеры говорят про абсолютно разные вещи. То YouTube замедляют, то там сервера горят, дымят и все остальное. В общем, конечно, мне все-таки верится в то, что сервера YouTube замедляют, чтобы как-то пересадить нас на отечественные платформы, коих у нас много, но единственное что-то адекватное — это Яндекс.Дзен. Это не реклама, потому что если бы была реклама, где-нибудь внизу бы вот тут вот высветилась какая-нибудь надпись, там реклама ООО, пошел ты лесом и т.д. и т.п. Вот, я про что?
У нас нет нормальных аналогов Ютубу. Даже тот же самый Яндекс.Дзен, и то он не далеко не Ютуб. Далеко, прям ему там как до Китая раком еще до Ютуба. Вот, я по что говорю. В общем, если все эти опасения осенью подтвердятся, а они, конечно, могут подтвердиться, но что, все-таки я надеюсь, чего не будет. Но все-таки я вам так скажу, советую приобретать VPN. Кто на айфоне сидит, мем VPN, там посмотрите про него видео. Для Android VPN там хоть, я не знаю, хоть жри их, я не знаю. Ой, блин, конечно, мне это затея крайне... Я недоволен крайне этой затеей, потому что YouTube как бы разрабатывали 20 лет, и то даже за 20 лет рукожопы и модераторы YouTube не смогли его доделать до совершенства, потому что он даже сейчас до вот этих всех новостей лагал, тупил, каких только ошибок там не вылезало, в общем, вот я про что. В общем, я это заметил не сразу, так как до Ставрополя эта проблема добралась только дня через 3. Ну, я такой захожу, я на YouTube, там вот эти все трещат как костры, говорят то, что YouTube там замедляют и т.д. и т.п. Я такой, да ни хрена не замедляют, все нормально, вот. Включаю вот даже показательное видео 4К 60 FPS на своем телеке, которое он без проблем воспроизводит. Я его полностью смотрю. 20 минут видео на Ютубе. Все прекрасно. Ничего не лагает. Захожу, перезахожу. И вот через 3 дня, короче, я захожу в Ютуб и включаю своего любимого блогера, одного из своих любимых блогеров. Он тоже в 4К снимает. И как-то я смотрю, когда я меняю качество, а оно у меня всегда автоматически выставлялось на 1080p, фу, на 4K, извиняюсь. Вот, оно стало на 1080p. Ну, я делаю 4K, и он начинает тупить секунд на 10. 2 минуты проходит, то же самое, только без смены качества, секунд на 10. То же самое и на ноутбуке, и на телефоне. На телефоне я в 2К смотрю видео. И представьте себе, абсолютно все идентично. То есть для разных городов, там, если вы в Якутске живете, до вас это может и через неделю, и через 2 дойти. А вот до меня через 3 дня дошло. Прикиньте, а? Я, конечно, надеюсь, то, что вот эти все неполадки будут устранены очень быстро, потому что, ну, мне стало некомфортно на Ютубе смотреть видео, как бы это странно не звучало. Потому что, ну, как бы, блин, ребят, я привык смотреть нормально видео, без лагов, без багов, без всего говна вот этого. Вот так вот, знаете... Ну, я не знаю, короче. Вот. В общем, что на телефоне у меня начал YouTube лагать, что на ноутбуке, хотя я и редко на ноутбуке смотрю YouTube вообще. Потому что какой в этом смысл, когда у тебя нормальный телевизор с хорошим разрешением стоит? В общем, действительно, либо YouTube замедляют, либо, как нам говорят, сервера Гугла, там, вот это все тупят. Багуются. Конечно, слабо мне в это верится, но такое может быть абсолютно с любой долей вероятности. Ну, что ж сделать? Если YouTube, конечно, закроют, чего я крайне не желаю, я не хочу, чтобы YouTube закрывали, потому что я причину описал выше. Единственное, что у нас есть, это Яндекс.Дзен, и то он даже до лагающего Ютуба до этого не доходит. Да и сам он слишком много ресурсов жрет. Ну, вот так вот. В общем, ребят, вот так вот. Я не знаю. Надеюсь, все это будут... все это починят там, если, конечно, действительно сервера Гугла. Надеюсь, там
все обойдется, и YouTube будет работать и функционировать дальше. Хоть и с лагами, но все равно. Он более удобный. И ту платформу, которая там выпустили, эту платформу, я вообще не знаю. Ну, у нее, извиняюсь, ну, у нее, что я могу выделить, это интерфейс. Он даже чуть-чуть, мне кажется, поудобнее, чем у Ютуба. Да, Картон? Ну, в общем, да. Ой, ладно, ребят, что я все сказал, все свои мысли высказал, хоть я немного с этим, как его, без монтажа, потому что у меня там небольшие проблемы с ноутбуком, с телефоном. Вот так вот. Ладно, будем надеяться, будем ждать. Надежда умирает последней. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Причем большой удачи. И пока.